Всем привет! Вот мы добрались до Т-44-100. Немножечко покатал на нем. Что-то сделали с дамагом, если честно. Дамага просто не хватает. Раньше был лучше дамаг, но на топовых снарядах что-то я прям не знаю. Я стрелял 3 раза 44-ки обычной в маску, чтобы ее убить. 3 раза. Раньше хватало одного просто пальнуть и все. Что-то все не знаю. Будем играть стандарт на 7-3. И, ну, потому что она только играет с этим Берри. Потому что к ней на 7-0 нечего взять. 6-7 просто два танка, там Т-34-100, которого половины нету. И Су-100, который самолет убивает. Этот Су-100П. Все. Карта Пепельная река, в принципе. Здесь и велосипед уже изобретен. Играем через А вверх. Пушим вот сюда. Убиваем А, Б. И все. И вот, вот это полностью пятак. Когда здесь убиваем, они начинают резаться внизу, потом уже перетягиваемся. Все работает как часы. Изобретать, в принципе, ничего не нужно. Ну, стандартные 7-3, как бы 7-7. Дамаг что-то сделали с ними, я не знаю. Если у вас так же, напишите в комментах. Я думаю, может, меня аэрпушит. Но это не точно. Перезарядка, блин, и так 10,5 секунд, как бы на асах. Но еще укладка первой очереди, это вообще тролльская штука. 12 снарядов всего. Если вы фул БК возите. И это просто жесть. Еще и не ваншоты. Как бы. Если были бы ваншоты, то как бы можно было отпустить этот вопрос. Но ваншотов-то нету. А то есть 3-4-100, который пытается заехать на точку. Ваншотов нет. Это плохо. При такой перезарядке, я думаю, должны быть ваншоты. Так, ей надо пальнуть в двигатель, чтобы ее убить. Скидываем арты на Б, мало ли, вдруг убьет кого-нибудь. Так. Тигр, да? Тигр едет. А, он не ко мне едет, окей. Я ему не нужен. Балкон пустой. Балкон пустой. Играю без самолетов, ребят, не вылетаю. Только танки. Потом как-нибудь сделаю вам гайд, как вылетать на самолетах, как бомбить правильно. И в какой момент надо вылетать, да, я им достану его. О, есть БМП. Наверное, лучше, мне кажется, взять самолет и ее штурмануть. Кому-нибудь, но не мне. Мы же не ищем легких путей, правильно? Так, ну точку Б задефали. Видели, у него птур просто исчез. А, нет, не исчез. Он как-то медленно стал лететь. Угла нету, поэтому надо вот отсюда стрелять. Выше заезжать. Так, здесь есть пантера. F. Опять этот друг пытался заехать. Но надо было убивать. В любом случае, я вот себя разменял. Ради этого друга просто и все. Чтобы он не заехал на точку. Потому что его неудобно потом будет выбивать с этой точки. Всегда в какой-то момент нужно просто разменять себя. Вот, ну, ради победы, если вы на победу играете. Вот он ехал, да? На сотке. Не факт, вот что вот этот друг на ФВшке или на МХе просто чего бы ему сделал. Он просто умер от пантеры, понимаете? Я принял решение, что нужно сделать так. И все. Зато точка есть. Не сбитая. И сейчас, возможно, АМХ ее захватит. А мы также обратно вернемся просто и будем играть отсюда. Все. Ну, 4 кило на самом деле это мало. Но вот такой вот случай, такая вот ситуация. Поэтому у меня есть дублер. На черный день, так сказать. Да, я вот, допустим, если играю, я всегда себя могу разменять на кого-то. Чтобы выиграть, к примеру, ради победы. Если нужно умереть на 3-4-85, но убить тигра Хеншеля, я всегда это сделаю. Так. Здесь какой-то средний танк. И легкий танк. Возможно, это БМП. А, это МХ-1390. И пантеру не достать. Не достать пантерку.
Ну, есть вторая пантера, которая сейчас бортом поедет. А, не, не поедет. Но тем временем наши просрали Б. О, АМХ залетела. Так, этого я не буду трогать пока. Добьем АМХ. Или не добьем. Так. Добьем. Пока время есть, можно постреляться. Если что, я всегда смогу упасть вниз. О, под дымами пошел, под дымами, смотрите. Блин, не попал Пантер Ф. Хотел ей в шапку попасть, но не попал. Кинул дымы. Тактический парень побежал под дымами. А здесь что-то дыма не кинул. Ну ладно. Забыл, может закончились. Примерно ждем половину очков. И потом уже что-то думаем. Так, с Пантер Ф надо что-то делать. Текстура. Блин, эти такие тройские текстурки здесь. Вроде видишь пол танка, стреляешь и все. И ничего нету. Рикошет. Так. Пантере, в любом случае надо ее убить. Так, Б сбили, так что тусим здесь дальше. Флагпанзер 31. О, вот это фоч. Если он будет рашить, надо его ловить. Надо его ловить обязательно. А он будет рашить. Он пушит, видите? А, он слился. Я, конечно, могу подъехать. Но вот этот вот может меня прострелить. Так что ждем пока. Время есть. Никуда торопиться не нужно. Просто отдыхаем. Ого. Нормально. Накидали нам бомб. 10 секунд, отдыхаем. Точку опять бы проиграно. Мне придется вниз падать. Короче. Надо убивать фача и падать вниз. Это точно. Это то, что я хочу сделать. Убить фача и упасть вниз. Ага, вот я о чем вам говорил, видите, может прострелить. Так, засейвились. Окей, надо падать вниз срочно. Тут с двое косить на горе. Или хотя бы убить вот этих друзей, которые бортом стоят. Ну, вот этот же не может сделать, правильно? Опа, вот это плохо. Это очень плохо. Так, под таким углом надо ее пробивать в НЛДшечку или вот сюда вот. Фокусит просто ракетами, жесть. Ой. На самом деле, блин, все камни собрал, просто все. Най, спустился, проверяйте. Заезжать будем отсюда, чуть здорово. Иначе мы проиграем, надо убить их. Если я их не убью, их никто не убьет, понимаете? Поэтому у нас будет С4, и тут Т-34, который нас не видит. А ЕГА как стоит? ЕГУ надо гладить. 34 потом разбансим. Они фокусят меня, потому что я уже 12 киллов взял. Так, наводчик заряжающий. КД сбили ему. Ага, перезарядка пошла у меня. Окей, поехали. В любом случае надо врываться на 3-4. Вот просто вариантов больше нету. Пока у него перезарядка. Все, пока у него перезарядка, надо заехать. Здесь М6 есть.
Из 4 убили. Окей. Живем. Так, снизу смотрим, никого нету, если. Так, убиваем. Нужно забирать точку. В принципе, осталось 32-ка сидит на горе. Они заберут. Ну, то есть, смотрите, что я сделал. Я развел на выстрел ИСа-4. Это 22 секунды перезарядки. 34-ка была обеззаряжающего. Мне нужно было ехать просто по-другому никак. Иначе он бы поджался, я бы потом вообще ему ничего не сделал. Так, этого убиваем. Очень минус вот этого объедка. Самый большой, то, что у него нет горизонтальных углов наводки. Просто он когда останавливается, ему нужно наводиться еще. С вертушки, как на Як-Тигре, не получается кидать. Потому что не хватает вот этого вот угла. Окей, еще есть бульдог. Надо бульдог закрывать сверху, 32-ка. Возможно, 32-ка заберет точку. Если мы ее не прострелим снизу, конечно. А, ее убили. Отлично, просто отлично. Так, этот друг летит на 54-ке, да? У меня есть хелп? Четверо стоит. Блин, арта зашла. Это плохо, просто плохо. Очень плохо. Просто получил по шее. И я еще не заряженный, к тому же. Это жесть. На самом деле, это очень жестко. Если он вкатится, он меня убьет просто. Но он боится, походу, я не знаю, что. Может, это не он кидал арту? Снайпер какой-то кинул. Это бульдог кинул. Найс, он, короче, кинул арту и начал рашить, понимаете? То есть прям тайминги поймал. Мне прям всю башню выбил. Короче, смотрите, если он пропушит, скорее всего, он меня убьет. Поэтому нам надо уходить. У меня нет перезарядки. А, его убили. Отлично. Просто супер. Но я умер. Я не убью, если она. В любом случае. Мне надо ему попасть на рикошет или в ствол. Все. Ну, я ничего не выцелю его. А если я потушусь, меня перезарядка сбросится. Так, смотрим, да, что у нас с точками. Так, ну, мы убили 17 человек на 2 танка. В принципе, я думаю, давайте возьмем С3. Просто, ну, для верочки, чтобы затащить бой. Под конец уже просто возьмем. Мало ли, вдруг они начнут проигрывать, чтобы я хотя бы кого-то убил. Но 17 я убил, как бы. Если разделить... Ну, в принципе, можно было даже и не брать. Просто, видите, я переезжал, я подумал, что он заскочит, но его прострелили. А тут у меня ИС поджег, все. Его не было, он появился. Появился и выстрелил еще по мне. И такая вот штука случилась. Но, в принципе, неплохо, я думаю. Все грамотно сделал, победка есть. Ну, опять же, видите... Если вы играете соло, готовьтесь, что вам прям нужно будет резко срываться и как бы тащить катку. Ну, можно сказать, на соплях. Потому что на Б никто бы не заехал и не убил эту четверку. Просто, ну, мы бы проиграли, если бы я стоял и все. Так что всегда надо быть готовым ворваться. И не порваться. А то бывает такое, что ворвешься и порвешься. И типа твой врыв... Никому не был нужен. Нужен прям вот момент ловить и тогда заезжать. Ну, все, это все. Наверное, там уже последний остался, еще 4.
тоже убил 9 киллов. Я не знаю, где он катался все это время. На респе, может быть. Но он меня убил с респа. Хотя, может быть, это был другой из. Но в итоге 44-100, 17 киллов на 7-3. Можно было сделать больше, но надо было убивать все-таки челика на 44-100. Потому что... С талисманом на 44-ке 13 тысяч. И она тут у меня, вот она. Но видите, то есть перезарядка, углы, нужно выбирать позиции. Надеюсь, вы что-то поняли и чему-то научились. Хотя бы чуть-чуть то, что я для вас делал. Ладно, ребят, не забывайте, что стримы на втором канале. Там трэш и лютый угар. Так что, если вы неравнодушны, то можете зайти. Вообще, любителям острых ощущений рекомендуется заходить на мои стримы. И там просто трэш и угар. Так что, ребят, давайте. Пишите следующую технику, какую мне взять. Я выбираю из комментов, так что... Если вы там раз 5-6 писали, и я вас не выбрал, то это не факт, что в следующий раз я не выберу опять ваш. Поэтому, то есть, всякое бывает. Ладно, что-нибудь измите, что-нибудь пишите там, все дела. Такое. Ящики с биржи тоже покрутил. Видео будет вчерашним днем, по-моему. Точно. Точно не помнишь. Привет. Смотрите тоже. Перед скидками. А так, в принципе, там годный. Вполне играбельный, то есть на 7,7 проблем не возникает. Просто если головой думать, то нормально. Ладно, ребят, давайте. Всем пока, всем удачи.